Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, перед нами TCL30. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить язык клавиатуры. Для этого мы открываем любое, собственно, меню, где можно менять, где можно что-то вписывать. После чего нажимаем на кнопочку шестеренки на нашей клавиатуре, нажимаем на кнопочку языки, нажимаем добавить клавиатуру, добавляем, не знаю, абхазский, к примеру, нажимаем готово, и все. Язык был успешно добавлен. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.